шалевку нам не хватило на навес и цемент. Шесть мешков цемента и шалевки, сколько не хватило. Откуда вы знаете друг друга? Просто водитель поздоровался с рабочим. Шалевочка, да, на палубке и на навесе. Так, друзья, все стройматериалы мы покупаем. Это Владя, мой кум. Поэтому мы его знаем хорошо. Работает он на фирме у нас, кто водолазский знает, на Харьковской территории. Ой, воду адрес точный. Харьковская 147. Харьковская 147, там именно цемент, доски, щебенка, песок, ну, гранатсев, кому там что надо, грубо говоря, обращайтесь. Ты хочешь, чтобы я ее погладил? Нет, это все я зажопу. Так, а что, погладь? Я и так. Боря, Боря, Боря. Где Яшка? Яшка, где? Где Яшка? На Киеве. Где Яша, где? На Киеве. Где Яша? Ищи, ищи Яшку. Ищи Яшку. Надо ударить, Сань, хорошо. О, о. Одной рукой неудобно. Ворота открывать. Давай десяток туда. Да. Так, ну вот, обрешетку сделали на бойне, и нам надо зашить вот этот уголочек фронтона, верхнюю часть. И это делаем уклон, ну, продолжение бойни. Шалевка попалась одна кривая, но забили, она роль особо не играет.
И сейчас там тоже докрутим шалевку на низах. Зашили вторую часть, верхнюю часть фронтона, трехугольничек этот. Все, фронтон готов. Приступаем к ровле бойни. Будем накрывать крышу на бойне. Вот эту часть заднюю и зашивать стены. Бойню будем зашивать такими листами двухметровыми, то есть недорогими. В целях сэкономить. Почему? У меня он в доме, ну возле дома навес 4,5 метра, и уже 8 лет зашиты этими листами укрыты, проблем не возникает, все отлично. Единственное, за сколько лет выгорел немного. Все, приступаем к ровельным работам. Процесс идет потихоньку. Крутим. Прибьем, потом ты повернешь камеру, да? Типа уже есть. Что, давай, здесь кран. Яку сторону вовнутрь, яку наружу? Швы вовнутрь, да? Давай. А ну та сторона. Давай це вовнутрь. Давай, сіре.
ножик беру. А? Вот, достроили полностью навес, уже закончили все мелкие нюансы, и кровлю накрыли, ветровые покрутили, все, короче, так, в принципе, сделали. Но осталось нам тут выровнять площадку, сделать подсыпку и произвести заливку бетона. Но это, как говорится, потом. Вот так получился навес у нас. Там, получается, вот это мы укрыли все металлом. А там, где пропеллером мы выходили на ту крышу, на уровень той крыши, чуть пропеллером вышла, там кровля у нас. И я накрыл тентом. Прорезиновый тент у меня есть, с катеров толстый. И как раз получилось отлично. И тент сюда вырезали, не так будет снег задувать. И снизу тоже подшиву сделали. Эту часть, чтобы снег не так задувал. В принципе, вот так получилось. У нас бойня. Навес для бойни. Где будем производить в случае там дождя, снега, метели и так дальше. Производить забой. То есть уже в любое время не будет нам помеха. Дождь, ага, будет дождь, не будет. Смотрим по погоде. Будем резать, не будем резать поросенка. Забой будем производить непосредственно здесь. По сараю, по самому сараю тоже мы уже все нюансы, все мелочи доделали. Сейчас крутим на данный момент два коричневых угла по тем, ну вот как здесь. То есть у нас все абрамировано, все окошко, все коричневое. И там углы коричневые. И здесь на фронтон металла не хватило. Будем дозаказывать коричневый. Сейчас мы с Саней планируем уже размечать нули по низу и будем производить заливку именно центральной части. То есть вот центральный проход у нас 2 метра, ну минус 2 желоба по 25, то есть 1,50 м центральный проход. Центральный проход, ну вот получается, центральный проход, где две закладушки, это центр. Минус 2 желоба. Сначала зальем центр, заливаем весь центральный проход. Потом вместе с центральным проходом заливаем бытовка, где у нас тут газоблок будет. Вся перегородка, типа как предбанник. Бытовка заливаем и заливаем котельня. Вот эту букву Т заливаем. Потом уже будем делать несущие опоры для клеток и будем заливать клетки. То есть у меня, ну, свое видение, как это все делать, и своя, так сказать, поочередность. Почему я делаю центр отдельно, котельня отдельно? Потому что котельня, бытовка, это, грубо говоря, для... Ну, для человека, чтобы ходить, тачку возить, там, дрова носить. И так само центральный проход, там, тачка и ходить. А где клетки будут, там, ну, вообще другой бетон будет, там другая заливка. Там все будет по-другому. То есть у меня свой, получается, как бы свой вариант и заливок, и по очередности. Поэтому там есть, говорят... Ну а что сразу не залил, а потом став стены, став уже строй сарай. Ну я делаю так, как, допустим, так как, ну, так как знаю, как мне надо, вот так я скажу. То есть я делаю для себя и делаю, как мне надо. Я думаю, тут уже, ну, как бы претензий не будет. Также покажу вам своих гусей, какие они. О. Будем делать отмостку,
по всему периметру. Ну а здесь заливка обычная. Козырьки потом поставим наверх на вытяжке, то уже чуть позже сделаем. Ну а так, что еще у нас? И здесь, когда будем производить заливку центрального прохода, у меня что, желобов не будет идти именно вот тут, где бытовка и котельня. То есть здесь будет вот заканчиваться вот здесь сами канавы для слива. И тут будет труба уже под бетоном, под заливкой идти туда в канализацию. То есть прокопаем, пробьем и зальем это все ровно для этой комнаты, для кабинетика бытовки и для котельни. И, короче, вот так и делаем. Сначала центральный проход, потом ставим опоры для клеток, выясняем, где что и как будет, и заливаем клетки. Вот так и сделаем. На таком мы сейчас этапе. Наружку всю мы прошли. По наружным работам у нас вроде бы как бы все закончили. Сейчас приступаем на внутрянку. Здесь подсыпаем тоже в первую очередь и делаем центральный проход. Центральный проход, чтобы было хорошо, удобно ходить, ездить тачкой, бетономешалкой, ну и так дальше. То есть вот такие у нас дела. Видео не выпускал, чуть-чуть приболел. Видео, ну, не до видео было. Сейчас вроде бы начало так более-менее отпускать. То думаю, сниму, выкину вам видос. Сам сарай. Кто не видел, показываю. Коньки мы тоже покрутили по кровле. Ветровые по кровле покрутили. Ну и все, ну, со всех сторон. Все сделали. Вот так все получается. У кого какие вопросы, задавайте. По возможности будем писать ответы. Все, друзья. Всем пока. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем счастливо. Пока, Сань. Пока. Также, друзья, по подшиве под крышей. Подшиву будем делать, ну, то есть, я думаю, стенку просто докручу коричневым цветом, с металла докручу наверх, а там снутри все закрывается. И там есть еще у меня один вариант, ну, то есть, посмотрю, как буду делать. Когда к этому подойдем, уже определимся, так и будем делать. И по бойне так все и остается. Единственное, сделаем заливку. Все, она готова. Так все и будет пока. Сделаем заливку и зальем аж от сарая метра 4-5 аж сюда.